Иван Чернов – потомственный атомщик. На Смоленской АЭС работает уже 7 лет, занимает должность оператор реакторного цеха. Активно использует возможности для самообразования и повышения уровня профессионализма. Дважды принимал участие в международном форуме энергетиков и промышленников «Форсаж». В 2017 году на «Форсаже» Иван победил в конкурсе молодых специалистов, инновационный лидер атомной отрасли, представив свою научную разработку. Научная работа называется «Автоматизированная система безударного плавного пуска реакторной установки РБМК-1000». Суть данного проекта заключается в снижении нагрузок на электродвигатели за счет частотного регулирования. Польза? Какие положительные будут это моменты? Польза от данного проекта заключается в том, что мы увеличиваем ресурс данного насосного агрегата, уменьшаем пусковые броски тока, увеличиваем межремонтный интервал, а также мы снимаем регламентные ограничения по количеству запусков в час. Данная научная работа, данный проект, он имеет патенты, которые позволяют применять данную систему на других электродвигателях повышенной мощности, помимо атомных электростанций. Проект находится на стадии научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в виде опытного стенда в ЦКБМ. Участие в молодежных стратегических площадках, таких как форум «Форсаж», помогает молодым специалистам становиться наиболее опытными и позволяет им расти по карьерной лестнице. Моя работа, она стала частью моей жизни. В 2012 году, когда я стал оператором реакторного отделения, моя жизнь кардинально поменялась, потому что оперативная работа, она очень воспитывает человека, очень сильно закаляет его характер и дает такие знания, которые потом служат человеку пользу всю жизнь, оставшуюся в его трудовой деятельности. Кем бы ты хотел стать на атомной станции? Есть такая фраза, что если ты хочешь стать директором атомной станции, ты им никогда не станешь. Поэтому прежде всего я нацелен на то, чтобы оттачивать мастерство в существующей своей должности, а дальше уже как жизнь сложится. Иван Чернов в скором времени займет должность старшего оператора и будет передавать свой полученный опыт коллегам.